Далее, как появился ширк, вкратце. Ширк появился из-за того, что люди в народе Ноха, алейхиссалям, в народе Ноя, начали излишне возвеличивать своих праведников. То есть они говорили, вот они умерли, они были поклоняющимися. Как бы нам их не забыть, давайте у них могилку сделаем пообширнее, там цветочки принесем. Потом их дети пришли, говорили, давайте возведем на этом месте какой-то памятничек. Ну, будем там сидеть, вспоминать Аллаха. Не этого человека, а Аллаха. Это нам будет напоминать. Потом пришли внуки этих людей, говорят, давайте мы сделаем уже целую беседку. И там уже могилка есть, цветы, беседка. И уже начинается возвеличивание не только Аллаха. Таким образом, начинается возвеличивание того святого, либо же умершего, который там в могиле. Который сам-то далек, может быть, от этого многобожия. Но люди впоследствии своего невежества, они начали приводить к этому многобожию.